Всем доброго времени суток. У нас 15 декабря, канал Изимани. Примерно месяц назад мы запустили проект по продвижению товаров на первую страницу, так называемым продвижением через индусов или там еще как их можно назвать, не столь важно. Но смысл такой, что на данный момент можно подытожить. Два товара мы конкретно еще не вывели. Один товар находится на стадии, так скажем, на последней стадии подхода уже. Вот, все остальные прошли успешно, вошли на первую страницу. То есть, как планировалось, так оно и получилось. На Новый год очень было сложно все это сделать, но специально делали такой эксперимент, чтобы именно проверить на максимальных, при максимальных сложностях. Мы брали любые товары абсолютно, намного дешевле, чем мы считаем рыночная цена. Вот, потому что была цель не заработка денег, а именно проверка, плюс скорость, за сколько это делается. Получается так, что Новый год хорошие продажи, достаточно туго все это идет. То есть затянулось на 2 месяца, и как я сказал уже, у нас получается 2 товара. Один товар мы не довели до топ-10, он закончился просто-напросто. Один товар просто не довели, и еще один товар у нас на подходе. Вот, из вот примерно 20 товаров. Я думаю, это хороший результат. Я слышал, что говорят, как бы эта стратегия плохая, скоро она закроется, и что-то с ней случится, и что делает кто-то как-то по-другому. Ну, вполне возможно, или это просто брехня. Вот, я не знаю, потому что в любом случае все течет, все изменяется, и гарантирую того, что будет то же самое через год или через там полгода, я не знаю. Но на данный момент это все работает, прямо сейчас. Конкретно сейчас идет процесс продвижения товаров. Вы можете сидеть, ждать и думать, как же вам вывести на первую страницу. У вас там оплаченные курсы, когда вас привели до уровня, до стадии продаж, и ничего нет. То есть просто вас привели, содрали с вас несколько тысяч долларов, довели до Амазона и сказали «удачи». Это как бы не самое интересное. Здесь сейчас как раз самое интересное. Самое интересное – это получение отзывов и продвижение товара. Ну так по поводу отзывов есть 2 варианта. Это отзыв с выкупом, отзыв без выкупа. Вот, как бы есть такие возможности, этим мы занимаемся. Другие люди занимаются, есть группа по этому поводу. Там, в принципе, никто никому не запрещает рекламировать свои услуги. Но не через перепродажу, так скажем. Просто, то есть, если готовы там сами лично покупать товары, там на каких хотите условиях. Так, описание группы у нас вот здесь вот все. Можно вот здесь она, но я сейчас это уберу. То есть, у нас ревью. И здесь можете сюда заходите, размещать свои объявления, что вы готовы стать ревьюером. Вот, ну лично сами, чтобы не было так купи-продай, потому что мы вот с Сергеем этим всем занимаемся. Нас все время обвиняют в том, как мы навариваемся на честных людях. Но еще раз говорю, это бизнес. Все пытаются заработать на своих товарах. Мы пытаемся заработать в том числе на услугах. Вот. Если считаете, что дорого, сделайте лучше, сделайте дешевле. Вот. Так что проблем никаких нет. Ну, а те люди, которые сами хотят заниматься отзывами, тоже проблем никаких нет. Пожалуйста, то есть приходите в эту группу и предлагайте свои услуги. Вот, конкретно по отзывам. Второй момент, когда вы получаете отзыв, вам надо попасть на трафик. Трафик – это первая страница, топ-10, топ-5, топ-1 там, и так далее. Можно разными способами. Раньше мы продвижением занимались в первую очередь через раздачу, как Zonblast. Можно сказать, что это фигня. Ну, я не знаю, фигня не фигня, но Zonblast, Verolinch как бы этим профессионально занимались, и очень даже неплохо. Вот, на данный момент это подрезали за счет того, что купоны сделали на проценты только. Есть риск, что у нас выкупит весь склад, мы как бы на это сильно не заморачиваемся. То есть я в первую очередь продвигаю именно через продажи и помогаю тем же индусам по конкретным ключевым фразам продавать товар через полезные действия. То есть мы, например, я индусам дал фразу какую-нибудь, по которой я двигаю, и по этой же фразе я еще делаю продажи. Чтобы это просто быстрее произошло, чтобы вы выдвинулись, не надо сидеть и ждать. Плюс у вас конверсия будет только падать, если вы не будете раздавать.
Понятно, что на старте вы не сможете никакие продажи иметь. Как правило. Бывает исключение в каждом правиле. Но, как правило, продаж мало или их совсем нет. Соответственно, через вот эти раздачи, сейчас мы написали до 50 отзывов, мы можем делать. Да, гипотетически это возможно. Вот, отзывы без выкупа, ну, для меня это просто картинки. Это если вам надо картинки, то да. SEO-продвижение от этих отзывов никакого не будет. То есть они, я не знаю, там в 10 раз слабее. Они чисто нужны для закрытия негатива. То есть вот вам срочно нужны отзывы, потому что вам поставили сегодня ночью 1, 2, 3, 5 отрицательных отзывов. Вам надо их закрыть. Вот вы там 1, 2, 10 отзывов заказываете без выкупа, вам закрыли и забыли. Но концентрироваться на них вообще смысла нет. Я не говорю про verified отзыв или не verified. Я именно говорю о том, что есть отзыв с выкупом и с полезными действиями. Так что это имейте в виду. Но второй момент – это продвижение. Продвижение. Вот мы месяц это делаем. КПД нормальное. Есть две тактики продвижения – медленное и быстрое. Вот. Если вы хотите, например, через медленную тактику ее ускорить, это, я еще раз говорю, нужны как раз техничные, правильные, грамотные раздачи. Это не просто так. Это только кажется, что все просто и легко. Чтобы все это купить, дождаться ордеров, написать отзыв тогда, когда надо. Но еще раз говорю, вот эти ревью, которые мы делаем в первую очередь для продвижения, а не только для отзывов. То есть это как 50 на 50. Если раньше я раздавал огромное количество товаров, сейчас мы меньше гораздо раздаем, но эффективность очень высокая. Именно в плане продвижения, потому что с 50 раздач SEO, плюс полезные действия, можно получить даже какую-то фразу даже выдвинуть. Если грамотно, постепенно все это делать. Не за раз, за день 50, а в день, например, там 5-10 таких вот техничных раздач, чтобы это Сергей все контролировал, все было четко. SEO индусское абсолютно так же работает, нормально. По поводу банов и по поводу плохой конверсии. Я уже сказал, конверсию можно компенсировать именно продажами вот этими через выкупы. А по поводу банов, да, я как бы лично этим занимаюсь с сентября месяца. Разговоры эти там были, там пробовали. Но люди, которые продвинулись, что-то все хорошо у них на данный момент. Но параллельно я как бы узнавал и общался с другими людьми, которым продвигались товары и весной, например. Вот просто об этом никто не знал. Никого сюда никто не принуждает. Но имейте в виду, вот давайте просто зайдем для примера, не готовясь совершенно, захожу я на Amazon какую-нибудь группу взять департамент, Kitchen Dining, например, Backwar, выпечка какой-нибудь там, что-нибудь, я не знаю. Что у нас тут есть? Да. Нет, сюда не хочу. А возьму именно жирные ниши. Но это нам не подойдет. Это нам не подойдет. Подойдет что-нибудь. Вот. Ну и посмотрим, насколько у нас... Есть ли здесь продвинутые товары? Как продвинутые товары определить? Достаточно все просто. Просто смотрите на отзывы. Ну вот смотрите. Вот чувак, ревью, с двумя ревью, вот в эту нишу залез. То есть это у нас детские мячики. Вот, можно зайти, проанализировать, это достаточно все просто делается. New release, ну сами понимаете. Сейчас посмотрим даже бренд. Много ли у него товаров? Вот, то есть товаров у него много. То есть опытный чувак уже, все знает. Вот, можно посмотреть. За 15 дней он продвинулся на первую страницу с двумя ревьюшками. Так что я, конечно, не знаю, не могу утверждать, но с двумя ревью, с 5 ревью, например. То есть этим сейчас пользуется просто поголовное количество. Я не знаю, что будет делать Amazon с этим делом, потому что алгоритмы его выстроены на то, что человек заходит в корзину кладет, значит, он заинтересован. Человек заходит, покупает. Значит, он заинтересован. Просто в корзину надо 10 раз положить, например, или 100 раз, а купить один раз. Вот. Ну, соответственно, люди трафик нагоняют. Может быть, это не самая показательная страница, но как бы можно взять другую страницу, там, я не знаю, что-нибудь там. Не важно, блин, да что я все нажимаю-то. Кресло все-таки такой сложный продукт. Это тоже непростой продукт. Хотя, какая разница на самом деле.
Посмотрим, что здесь происходит. Потому что чаще всего вот эти два ревью, они показывают, что товар молодой. Ну, вот здесь вот нет в этой нише. Ну, вот только вот пятнашка. Вот это вот. Посмотрим, сколько времени она торгуется на Амазоне. 3 месяца, 475 дней. Нет, это не показатель. Просто у нее нет отзывов. Плохо люди работают с отзывами или там чеки причем, не знаю. Возьмем что-нибудь другое. Бутылки, например. Вот это. Хотя для детей, конечно, не самое подходящее. Ну, посмотрим. Смотрим по ревьюшкам. Ну, вот один только чувак. Два чувака. Тут 2000 отзывов, а тут всего на все 5. Но здесь просто это Philips. Philips, конечно, можно. Ну, вот весь смысл в том, что в любой нише можете также зайти, посмотреть. И сами увидите, сколько у вас товаров будет продвинуто с высокой вероятностью таким способом. Система достаточно простая. Это выбираете товар, привозите его, начинаете, ну, делаете, естественно, листинг фотографии, привезли товар на Amazon, начинаете получать отзывы. Если у вас, естественно, в ручном режиме, вы сами, никому не платите, у вас очень много друзей в Америке, ну или какие-то такие причины, то есть вы в любом случае получаете отзывы, определенное количество, кому как нравится, можно запустить pay-per-click, надеяться на чудо, что там вы зацепитесь, у вас классный листинг, а можно с... В любом случае должен быть товар ваш подготовлен однозначно, я уже много раз говорил. Но с подготовленным товаром получаете отзывы, запускаете индус. Все. Запускать вы можете через меня, через те, кто вам предлагает в интернете, через еще какие-то любые сервисы. Выбирайте сами. Но смысл один, что на данный момент эта тактика работает. Еще я не слышал. Если кто слышал, напишите в комментариях. Не надо мне только слухи писать, а кого конкретно забанили вот по такой причине, с таким подозрением. Просто я с удовольствием пообщался бы с человеком, просто чтобы действительно не говорить об этом во всеуслышание. Просто я уже знаю, что люди рекламируют эту услугу. Почему бы не начать это тоже делать и на этом уже зарабатывать? То есть я не против зарабатывать на любом качественном продукте. Продукт будет ли продаваться на Амазоне или будет он вокруг Амазона болтаться, не имеет значения. Вот. Так что, кому интересно, обращайтесь по поводу продвижения. Продвижение происходит в течение от 2 недель до месяца, как правило. Это на данный момент берем стандарт. Это первая страница, потому что уже были ситуации, что на первой странице выводили, но до топов очень сложно довести, просто смысла нет. И будет намного дороже. То есть, как правило, всем достаточно первой страницы, и продажи бывают на первой странице. Единственное, заведомо скажу, кому... На что надо обратить внимание? Обратите внимание на то, что перед тем, как вы будете продвигать товары, вы должны посмотреть, сравнить конкурент с своим товаром. Насколько вы готовы. Вот. Если вам нужна такая услуга, чтобы вам подкорректировали, проверили, я этим не занимаюсь. Вот. Но если вам надо отдельно, конкретно, потому что когда мы продвигали товары, тренировались, мы, как правило, всех продвигали на первую страницу и полностью переделывали листинг. Полностью, абсолютно. На данный момент мы конкретно хотим... Если человека продвигает, он продвигается. Если человек хочет его подготовить листинг, мы будем отдельно подготовить листинг. Есть люди, которые пишут листинг, есть люди, которые переделывают фотографии, не проблема. Чтобы ваш товар был готов. Ну, естественно, от вас зависит только цена. Потому что если цена будет неадекватна, значит, это будет неадекватно. В принципе, все. Если что, обращайтесь в личку. Всем удачи, всем пока.